Сумерки, дождь, туман – идеальные условия для дорожно-транспортных происшествий. В темное время суток водителям следует быть особенно внимательными на дорогах. Только за 9 месяцев этого года произошло 196 ДТП с участием пешеходов. 186 человек получили травмы различной степени тяжести, 20 человек погибли. В темное время суток произошло 60 ДТП с участием пешеходов, в которых 52 пешехода получили травмы различной степени тяжести и 11 пешеходов погибли. Ульяновские госавтоинспекторы призывают жителей соблюдать правила дорожного движения. Об этом они напомнили во время профилактической акции «Стань заметным, засветись». Пешеходам и водителям, совершивших вынужденную остановку на дороге, необходимо надевать светоотражающие элементы, чтобы предотвратить трагедию. Одна из последних аварий в Николаевском районе – тому подтверждение. Сломался мотоцикл, они его в темное время суток в 19 часов толкали сами. Толкали. И в результате вот в темное время суток водитель «Газели» не увидел, совершил наезд. Они погибли, молодые мужчины, от того, что у них была темная одежда. Они вообще не могли никак отразиться в свете фар, буквально на маленьком расстоянии, он их даже увидеть не успел. Люди погибли. Вот в связи с этим мы вас предупреждаем, чтобы вы были обязательно сами себя, берегли свое здоровье. Спасибо и безопасность. Вам за вашу работу. Согласно правилам дорожного движения, пешеход в ненаселенных пунктах обязан иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспорта. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.